На конкурс дети читают стихи Микрюкова «Любовь», 10 лет, город Глазов. Стихотворение называется «Разгром», Эдуард Успенский. Мама приходит с работы, мама снимает боты. Мама проходит в дом, мама глядит кругом. Был на квартиру налет? Нет. К нам заходил бегемот? Нет. Может быть, дом не наш? Наш. Не наш этаж? Наш. Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко. Значит, это не овал? Нет. Значит, слон не танцевал? Нет. Очень рада. Оказалось, я напрасно волновалась.